Эти люди приносили одной из аптек Пятигорска недельную выручку за один вечер. Лишенные возможности приобретать психотропные вещества в Чечне, они устремились в соседние регионы. Улица Дзержинского в административном центре СКФО – это место, где практически в любое время можно увидеть любителей сильнодействующих препаратов. О том, что среди постоянных посетителей местной аптеки уроженцы Чечни, Рамзан Кадыров узнал от жителей Пятигорска. Приезжай, посмотри, там рядом, возле же аптеки, еще дома. 5 минут постой дома. Увидишь настоящих чеченцев. Из больницы, я думаю, на угол, я думаю, реанимация, а то и штат целых леш, митца бош, дай на нем барях бой, то ли дай хунца хаушу. Я дай тебе, он дай лучше, хаушиш. Курил лучше, дай лучше, глава республики недоумевает, зачем люди, чей образ жизни далек от норм ислама, носят бороды, тем самым создавая ложные представления о религии. К тому же есть несколько подтвержденных случаев, когда так называемые оптичные наркоманы в поисках острых ощущений отправлялись в Сирию. Многие из этих людей не раз попадали в поле зрения наркополицейских. Что хуже всего, среди них и семейные пары. Скорее всего, супруги занимаются поставками препаратов. Совместными усилиями Ставропольского МВД и чеченских правоохранителей за 2 недели задержано более 200 человек. Рамзан Кадыров отмечает, нельзя называться чеченцем и при этом просить деньги на таблетки у прохожих. Глава региона каждый день призывает родителей и родственников следить за своими детьми, интересоваться тем, где они находятся и чем занимаются. Но, судя по этой картине, его призыв услышали не все. Исмин Нагацаева, Луиза Юнусова, при поддержке пресс-службы главы республики, Новости 7.